У Алисы начался самый хороший период, это летний. Можно валяться везде, тепло. Да, есть мало. Ой, да, молодец. Тут читал большую статью, там было написано, что люди воспринимают лис как вредителей, а на самом деле они поголовье грызунов очень сильно уменьшают. Потому что если бы их не было, то... Ой, кто там? Там Макс ходит. То было бы большое количество грызунов. Все в природе регулируется. Видите, на дереве следы от лиски, потому что она трется об деревья, чтобы шуба зимняя спала быстрее. То ли лето наступило раньше, то ли это из-за того, что Арчи увезли. Алиса опять вчера приходила в гости вечером и решила... Ну что такое? Да ладно. И решила спать, лечь прямо в кабинете на диване. Так что все. Уши очень любят, когда за ушами гладят и чешут. Это, наверное, не только Алиса, наверное, все. И собаки, и кошки. Да. А что? Отдых? Отдых в мире Алисы. А когда очень жарко, то Алиса уходит. У нее есть выкопанный очередной листва с крыши. Видите, она себе выкопала очередную нору. И туда будет прятаться, когда будет очень жарко. О, с тобой посижу. Да, тут рядом. Вот так целыми днями можно поваляться. Лиса уже взрослая. Да, играть только когда темно. Там игривые настроения. Можно об кусты потереться, поиграть. А так все хорошо. Утром идет на кухню первый. На завтрак. То есть уже настолько чувствует себя... как это называется, одним из жильцов, что утром встает, потянулась и на кухню чапает, садится около двери, надо ей открыть, вместе со всеми поесть, то есть куски, а потом еще у собак поесть из мисок. Да. И после того, как поела, можно уже садиться и... Комары? Это Макс на расстоянии. Ищет твое? Или тут все твое? Да ладно. Вот, посмотрите на этого шнурочка. Размером с кошку. Шваброчка. Оп! Эй! Не хочет разговаривать, ушла. Ушла в сарай. Говорит, буду сидеть здесь, среди колес. Но она не приболела, с ней все хорошо. Ночью она активная. Ночью бегает, как заводной апельсин. А днем вот так, в таком состоянии, спит. Сейчас к вечеру опять будет активничать. Когда солнце зайдет. Да. Кто спрашивал про ошейник, да, вот это ошейник от блох. И Алиска сейчас не мучилась, чтобы они ее не мучили. Я на нее
одел и на собак. На Арчи одеть, к сожалению, не получается такой ошейник. Он... Ой-ой-ой-ой-ой. На. Арчи. Что такое? Все, идти. Ты будешь лежать. Все, она будет лежать. Я могу быть свободен. Так что всем любителям лис, подождите немного. Алиса адаптируется к наступившему лету. Арчи ведет себя примерно таким же образом. Пока что он спит. У меня еды нет. Да. За голые ноги не хватать. Привет! Да. Ну. За тапки не хватать. Он тоже спит в будке. Активность у него ночная. В основном. Сейчас у меня будет дилемма. Каким образом Арчи перевести к Юле. Потому что его надо посадить в переноску. Либо его придется ловить за хвост, либо каким-то другим способом сажать в переноску. Так что я еще в раздумьях. Вот. Да. Видите, он потихоньку меня всего пробует. Не кусайся. Так что лето входит в свои владения, а лисы переходят на ночной режим работы. Итак, всех пришлось запереть. И давайте, кто первый? Вот этот самый активный. Вылазь. Самый активный, но, конечно, его быстренько поймают. Если я кого-то выпущу. Ух ты, как прыгаешь. Давай, открываю клетку. Беги. Давай посмотрим. А то прямо нет возможности с вами. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Побежал. И на дерево. Молодец. Надеюсь. Кстати, да, их трое. Третий вот самый активный. Всего к этим посадить. А эти двое что? Ну, вы вылазите, нет? Давайте, выбирайтесь. Что? Тут лес. Нет? Шапки лучше? А вот это кто идет? Привет. Привет. Тебя я не отпускал, нет. Тебя не было в нашем списке. Но ты активно ко мне идешь. Да. То есть их уже четверо. Кошмар-то какой. Если вас 10, что самое интересное, ты меня вообще не боишься. Или мы с тобой вчера виделись? Так. Ну а чего? Давайте. Ваш братик или сестренка? Давайте с ним тоже так же на дерево. Оп. Так, первый пошел. Давайте смотреть. Первый пошел. Вот. Во. Последний. Еще один. Теперь уже последний. Оп. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, сейчас этого буду сушить. Побежал.
весь мокрый теперь. Сейчас я его вытащу. Так, этот никуда идти не хочет. Нет. То есть есть активные белки, есть белки неактивные. Активная вот уже наверху. Ну что? Нет, этот тоже пошел. Эх. Здесь уже упрыгал наверх бельчонок. Все, остался только вымокший. Вымокшего сейчас в шапку. Где ты? У них удивительная способность с обратной стороны. То есть ты стоишь, а они с обратной стороны на дереве. Нет, вон он уже заполз высоко. Ну, сейчас, я думаю, спустится. Ой.